для нас негативный результат. Имели преимущество, но преимущество иметь мало, нужно реализовывать. Полумоментов было достаточно, не хватило реализации. И таким образом мы потеряли, я считаю, 2 очка. Но в целом увидели на поле то, что и ожидали? Не, ну, ожидал. Естественно, тренер ожидает всегда большего. Я ожидал большего, чем то, что мы получили.